Муфтий Республики Адыгея Аскарбек Арданов, председатель Комитета Адыгеи по делам национальности Аскер Шхаллахов, председатель общественного движения Адыгахаса, Черкесский парламент Республики Адыгея Рамазан Тлемишок стали участниками заседания Совета местной религиозной организации мусульман Динхаса Улака Шихабль. В мероприятии принял участие глава района Заур Хамирзов. На заседании были рассмотрены пути взаимодействия духовного управления мусульман и Адыгахаса для воспитания подрастающего поколения в духе ислама и Адыгахабза. Также участники мероприятия обсудили вопросы соблюдения мер профилактики при проведении похоронных обрядов, проблемы содержания кладбищ и так далее. Затем делегация посетила новую мечеть, строительство которой уже близится к завершению. Непа муфтиятым тқичит қакуа кошхамлы зеучам тхалежену, непа амарби даутыр яефэндым хакуагам офу ишаг зефахасыж ишаг, ай непа тари тхалежаушит, непа сиғусу хакуаг комитетым по межнациональным отношениям средства массовой информации ЗФИУ Шхалаху Аскар Сиросу, Адыгахасам, Черкесский парламент Сфиором и Пашу Тимишапа Рамазан Тхаджаушит Зафхасу Женепе Кошхаблем Чилем Шашором Ай Непе Упча Бехр Шаатрушит Хадафауфазум Теуфауху Пахасам Теуфауху Шашор Непе Мештим Теуфауху, Непа Игуры Шазо, Мара Мешт Аллахар Разыгафах, Зи Амаль Хазлхауху, Дележахам, Тхами Ома Мешт Зеухр, Начмазем, Зеутхнутифай, Мештер Ай Титегуш Хаушите, Мафер Хадрауна Фиджаушит, Шицутер, Кедрабляратхер, Зерджут Хер, Арша, Непа, Чилем Десхери, Непа, член Совету Хадежахер, Митини Зеучем, Какуахфахари, Какуахари, Аллахара Зарафах, Арахам, Харре, Шураджа, Чилем, Кошхабле, Джинит Кадирах. Здесь, кроме ежедневной пятикратной молитвы, пятничного намаза и вечерних, планируется проведение занятий по основам ислама и чтению Корана, уроков и лекций для прихожан. Нет сомнений, что новая мечеть станет одной из главных достопримечательностей не только Кашхабльского района, но и всей Адыгеи.